Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня мы предлагаем вниманию обзор сухоцвет календулы 10 грамм. Календула – красивое растение с оранжево-желтыми цветами. Часто употребляется в производстве фармакологического и косметического сырья. В современной косметологии цветы календулы используют для приготовления мазей, настоев, мыла, бальзамов как по бережному уходу за кожей, так и за волосами. Характеристика сухоцвета календулы. Сухоцвет календулы – это 100% натуральное вещество, для приготовления которого используются цветки календулы. Имеет соответствующий первоначальному сырью запах и свойства. Сухоцвет календулы является базовой составляющей многих косметологических препаратов, обеспечивающих подходящий уход за всеми видами кожи и волос. Сухие цветы календулы сохраняют в себе такие уникальные и полезные вещества, как каротин, ликопин, флавониды, витамины и прочие. Сухоцвет календулы можно использовать в производстве мыла и мазей, приготовления шампуней, спрея для волос, настои и укрепляющие отвары для ослабших волос, регенерирующие компрессы для лица, маски и компрессы, бомбочки для ванны и многое другое. Вот так выглядит сухоцвет календулы, который мы предлагаем вам приобрести в нашем магазине «Мыло Опт». Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться и ставить лайки.